Наверняка у каждого из вас, будь вы простым рядовым игроком, либо же игроком, который стремится в большой киберспорт, вставал вопрос, а влияют ли игровые девайсы на мою игру? Или же мышка за 100 рублей, которую вы купили 5 лет назад, прослужит вам еще столько же? На все эти вопросы отвечу вам я. С вами Леша Пчелкин и проект «Твой девайс». Поехали! В первом выпуске я решил рассказать о боевой подруге каждого игрока. Правильно, о мышке. И сегодня у нас в программе мышка от фирмы SteelSeries под названием Sensei. Контуры симметричного корпуса почти идеальны. Кроме того, мышь отлично подходит как для правшей, так и для левшей. Несмотря на глянцевую серебристую отделку, на ней не остается отпечатков пальцев, и поверхность мягкая на ощупь, а черный пластик по бокам обеспечивает надежный захват. Внизу находятся тефлоновые ножки, которые скользят действительно гладко. Действие основных кнопок превосходное и сопровождается слышимым щелчком. Активная зона для этих кнопок также огромна. Начинается примерно с середины тела мыши. Вы можете нажимать легко, даже нажимая рядом с переключателем DPI. Остальные 5 кнопок также хорошо расположены и имеют достаточно большую область действия. Колесо прокрутки прорезиненное и прекрасно ощущается под пальцем. И, наконец, качество сборки Sensei держится на высоком уровне. Двухметровый плетеный кабель, по утверждению разработчиков, антизапутывающийся. И, разумеется, есть USB-разъем. Размеры игровой мышки SteelSeries Sensei. Длина 125 мм. Ширина 68 мм. Высота 38 мм. Тип сенсора – лазерный. Разрешение 5700 DPI. Время отклика – 1 миллисекунда. Количество кнопок – 8. Подсветка – многоцветная. Длина шнура – 2 метра. Мышка Sensei хорошо закрепилась не только среди обычных игроков, но и среди профессионалов. В связи с этим я решил взять интервью у про-игрока. Специальный гость в нашей программе – Глеб Липатников, участник коллектива Natus Vincer в дисциплине Dota 2, известный вам под ником Фаник. Глеб, привет тебе, спасибо, что нашел время. Привет, Леша. И сразу бы хотел попросить тебя показать мышку Sensei, чтобы у наших зрителей не возникало вопроса, правда ли ты играешь на данном девайсе. А скажи, пожалуйста, Глеб, сколько времени ты уже играешь на этом девайсе? Ну, где-то года 3, наверное, уже. Какие вообще девайсы, мышки были до этого и почему выбор пал именно на Sensei? До Sensei у меня была мышка Razer Imperator. Она была тоже неплоха, но она была мне слегка неудобна. У меня форма... Не форма руки, а размер небольшой, и то есть мне подходят небольшие мышки. И Sensei как раз одна из тех, которая подходит. Понятно. А вот, как мы все знаем, ты ездишь на крупные LAN-турниры, например, International. Как мышка показывает себя на турнирах? Не дает ли какого-то сбоя? Прошла ли она все испытания огнем и пламенем? Мышка, в принципе, прошла все мои испытания, если можно их так назвать. И сбоев она не давала никогда. Разве что изнашивалась уже по истечению срока, там, через 2 года, через 1.5. Находились какие-то неполадки, ну или же если плохо обращаться. Единственный минус, который можно заметить, это провод у мышки. Он часто закручивается, идет провод мышки, и он обмотан как такой тканью. И из этой ткани начинает вылазить провод, и неудобно становится, короче, как мышка как теряет длину. Провод. Вот это единственное неудобство, которое можно отметить. Спасибо тебе большое, Глеб, что уделил для нас время и сказал свое мнение о мышке Sensei. Мы все тебе благодарны, я и мои зрители, и желаем тебе только побед и твоему коллективу Natus Vincer. Спасибо, и тебе спасибо. Это был Глеб Липатников, участник коллектива Natus Vincer, профессиональный игрок в Dota 2. Все мы с вами знаем, что геймеры любят поесть за компьютерным столом. И со временем на этом компьютерном столе образуется большое количество крошек. И эти крошки попадают в наши любимые девайсы. Они забиваются во все щели, куда только могут. Девайс перестает работать или же работает плохо. Поэтому сегодня я решил проверить мышку Sensei несколькими тестами. Первый тест будет у нас испытание на крошки, друзья.
Вот так вот. Отлично. Мышку мы здесь обволакиваем, мешаем, чтобы во все, куда только можно попасть, попали наши крошки. Угу. Хорошо. Я попрошу оператора показать мышку. Во всех щелях, где только может, могут быть крошки, они есть. Обратите внимание на сенсор. Он тоже забит. Нам нужно как-то попробовать эту мышку отряхнуть, продуть и попробовать на ней поработать. Ага, и все. Отлично, мышка работает. И теперь мы испытаем ее в более жестких условиях. В нее залилась вода, она выливается из нее, но она работает. Посмотрите, индикатор горит, но моргает. Ну, я думаю, сейчас все будет хорошо. Сейчас мы проверим. Протираю я как могу. Да, мышка отказывается работать, мышка, скорее всего, сгорела. Ну, не факт, конечно, я ее вот как-то вот так вот толкаю, там тереблю, она загорается. Но вот сейчас мышка полностью не работает, ее не распознает компьютер. Может быть, если ее высушить, она будет работать. Но, если честно, я очень сомневаюсь. И у нас последнее испытание. Это мега-краш-тест. Смотрим. Мышка должна быть без хвоста. Раз. Мышка в кляре, друзья. Обратите внимание, этот краш-тест она точно не пройдет. Мышка от компании SteelSeries Sensei. Приобретайте в магазинах вашего города, друзья. Это был проект «Твой девайс». Увидимся.